Состояние 10 костанайских школьников, которые отравились во время Олимпиады в Шымкенте, стабильное. Об этом сообщают в Управлении образования региона. На место для мониторинга ситуации выехал руководитель ведомства и врач-инфекционист детской областной больницы, который оценит самочувствие школьников и будет сопровождать их во время транспортировки домой. Всего участвовать в Республиканской Олимпиаде из региона отправились 34 ученика с 9 по 11 классы. В первый же день после ужина в столовой учебного заведения 10 из них оказались на больничной койке с пищевым отравлением. Приняты все возможные меры поддержки. Состояние детей на данный момент стабильное, улучшается. Проведены все необходимые исследования. Для детей организована психологическая поддержка. Их поддерживают наставники, директора, на постоянной связи с родителями, сотрудники центра Дарын, как республиканского, так и областного, руководители управления, представители министерства.